Всем привет! Вы на канале RoboCamp, с вами Raven, и сегодня у меня по плану Анка Моночка Мега Блэк Муми Кэт. И сейчас преобразим нашу маленькую, миленькую черную киску в Мегу. Почитала я ваши комменты, некоторые поделились, что у них есть котики, кошечки, котята. Это очень здорово, они просто офигенные. Когда-то я сделала открытие для себя, когда вы едете на питомце. После ставите ее на место перевоплощения, он остается такой же большой, а когда просто из рюкзака достаешь, питомцы маленькие. Ну, а пока происходит перевоплощение, можете подписаться, кто еще этого не сделал, и поставить лайк, если вам нравится видео. А вот и наша красотулька Мега Киска. Глазки зеленого цвета, а ушки, носик и хвостик светятся. В принципе, все кошечки будут светиться одинаково, различие только в цвете. Так наша киска выглядит при дневном свете. Кошечки, как вы знаете, очень любят играться, бегать, прыгать. Хотя многое зависит еще и от характера, бывают любители полежать и поспать. И сейчас мы пойдем вместе с кошечкой Мумией на трейдерский сервер и покажем всем, какая у нас красотка. Ну и конечно же посмотрим, что нам хотят предложить за мега красоту. Так, мы на первом сервере, и первый трейд на мега киску от Лили Роустар 60. Лили предлагает нам флай нарвальчика, белую кошечку мумию и три черных валпертингера, колясочки, шарик. Спасибо, конечно, Лили, но будем искать что-нибудь другое. В следующем трейде предлагают флай гост дрэгона. Один как-то маловато, мне кажется, но этот питомец очень неплох. Райт осьминога, но это не точно, сори. О, этот же человечек, который предлагал Fly Ghost Dragon, ставит его и добавляет осьминога. Буду еще смотреть трейды, мне, например, интересно, что готовы еще мне за котика предложить. О, теперь тот, который предлагал осьминога, ставит Мега Райт Валпертингера. Я ему покажу, что он у меня есть, может он изменит свой офер. Он добавил Скеледога. И отклонил. Наверное, больше мне предложить нечего. Даби Басик ставит нам Райт Глиптодончика. К сожалению, не могу принять твое предложение. Сахарок 4356 предлагает нам Райт Дельку, то есть Мегу в подарок. Бонусом хочет забрать. Класс! Хотела ей дать 9 яиц за родельку, но она отклонила. В следующем трейдике предлагают нам золотую кошечку Мумию, Голдхорна, 2 райдзелья, Эвил Дога, 2 белых котика. Еще трейд, и нам ставят новый байк. Они, наверное, думают, что я потратила все конфеты на боксы и не успею купить байк. Вынуждена отклонить. Хината Хуга 27 предлагает флай райд кенгуру, флай райд гост дрэгона, райд крыску, райд Эвил Дог и еще 3 ноу поушен. Это предложение мне нравится, я готова согласиться. О, телепортировались мои подписчики. Ребят, если вы тёпаетесь ко мне, я в трейде, реально тяжело и с вами общаться, и пытаться видео записать. Так что, если я не отвечаю, заранее сорян. Ставлю галочку, первый этап прошли. Трейд отклонили. Передумали. Ок, смотрим дальше. Еще трейдик. Скелли Дог, Эвил Дог, Муми Блэк Кэт, все питомцы за конфетки и 4 скорпиона. Флай Райт Юни. Он настолько не ценится, так что прости. Еще трейды ставят МФР Птеродактиля. Это хорошее предложение, на мой взгляд, редкий уолт, но мне хочется еще посмотреть трейдики. 2 райдзелья. Одно это возмещают райдзелья, а второе за мегу. Посчитали, конечно, круто, почти равный трейд, класс. Еще трейд предлагают Райд Фурию. 3 скеледога, МФР Овцебык. Двух убрали скеледогов. Нет, не хочется мне такое предложение. МФР пчелка. Что бы ни трейдила, везде мне предлагают эту пчелку. Честно, не хо. Гидра, виверн, шибаину, 2 скорпиона, сосквотч, игрушки нет. Райд гиена, 1. Неон, райд совушка и аксессуары для пэтов. Неплохое предложение, но я еще посмотрю. Райт Йети. 1. Маловато будет. Предлагают золотую кошечку, быка и 2 Альбина Бет. О, мой коллега, судя по буквам, Юти. Ну что же ты мне предложишь за мегу? Ставят МФР Тукана. Он, конечно, ультраредкий, но он в игре. А мегакотик только временно, хоть и он и анкомон. Хотелось бы что-нибудь другое.
А теперь ютубер предлагает мне МФР Феникса и МФР Тукана. Ну давай, я рада за тебя, что у тебя есть прекрасный Феникс, он мне действительно нравится, как и многим. А, убирает Феникса и добавляет скеледогов? Скорпиона? Ну сори, нет. Он ли ми Никита один, скорее всего фан просто Никиты, предлагает НФР Пчелку, Неон Пчелку, еще одна Неон Пчелка, пчелиный трейд прямо. Скеледог, ой, спасибо, вынуждена отказаться. Супер Бро 0986 ставит НФР Додо. Неплохо, но я еще хочу глянуть. А он еще и просит что-нибудь добавить, может быть в будущем что-нибудь добавят, но не сейчас. Класс, НФР Черепаха. Вот тут я могу что-то добавить. Убрали, и что? Поставили бычью коробку? Вы что, издеваетесь за коробку, Мегу? Мой коллега по Ютубу не успокаивается. Я понимаю, что ему влом прокачивать, а снять видео для канала хочется с мегакошкой. Он меня просто вынуждает сменить сервер. Ну, теперь можно спокойно потрейдить Муми Блэк Кэт. Влад 567W предлагает трейд и ставит МФР Робина и МФР Коричневого Оленя. Это хорошее предложение, но у меня был не он олень, а Мега Робин есть. О, еще раз он предлагает трейдик и меняет НФР Оленя на НФР Лебедя. В принципе, я согласна. Отличное предложение. МФР Робин – это анкомонка Олд с Рождества, если я не ошибаюсь. И Неон Лебедь – красавец. Мне нравится. Вот такие предложения были на Мега Блэк Муми Кэт. Ко мне телепортнулась Алина. Показываю Алине, на что я затрейдила Мега Котика. Вот такой Мега Робин и Неон Лебедь. А вот и парень, который получил Мега Котика. Демонстрирует нам трюк. Пока-пока, котик. Благодарю всех за просмотры. Всем удачи. Пока-пока.